боеприпасов нет.
Док. Док, что за хрень творится? У нас нет времени. Нужно обратить процесс, только так мы сможем его остановить. Кого? Этого Рувика? Кто он такой? Извините, мне надо кое-что найти. Я не смогу помочь, если вы будете темнить, док. Ведь вам нужна помощь. Он. Мы работали над одним методом. Как бы это сказать? Это как объединение разумов. Сознания на электрохимическом уровне делятся всем. Эмоциями, воспоминаниями, ощущениями. Напрямую. Это уникальная разработка. Она изменит психологию, фармацевтику, да и сами сознания. Серьезно? Это же ебаный кошмар. Я не говорил, что система идеальна. Особенно при таком нестабильном хозяине. Супер. Значит, ваш коллега псих. И мы все у него в голове. Не совсем так. Нет. Все мы вносим свой вклад. Но сознательно влияет только он. Что ж, если вы его знаете, что ему нужно? Ну, это просто теория, но... По-моему, он хочет нас убить.